Ну вот мы на разъезде, пособирали ягод, сейчас решили немножко передохнуть, попить водички. Вот уже даже у Владимира Юрьевича ведро есть уже, почти полное уже. Клубничка, ах, запах такой ароматный. Вот. И вот там вот до сих пор трудятся рабочие, даже платформу подгоняли. Вот, ну, вот недавно ездили с Игнатьевичем, заснимали все, как гайки откручивают они. И вот он потихоньку скатывается. Стоят ли они, платформы. Ну вот так вот, слава богу. Деревенские большинстве своим уже уехали. Андрюша, иди пей. Я выпил три раза меньше. Вверх свое. Чья? Все. Андрюша, все, у нас. Это надо в этом в машину надо поставить. Одно собрали. Сергей. Ведро возьми, брат Сергей. Хорошо. Оно у тебя открытое? Пойдем дальше собирать. Батюшка даже сказал, идите сюда, а я не пойду. Убирайте, залезьте. Внутри сидит так сидит. Ну так, слава богу, за все. Все попили? Аллилуйя.